Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришел мне наконец-то второй пин, тоже GP-поинтер, только другой расцветки. Вот хочу взять и сравнить два китайских пина на точность исполнения. Посмотреть, как они реагируют на монетки. Посмотрим, как они реагируют друг на друга. И что мне понравилось, что каждый пин имеет свой личный номер. Хорошее исполнение, крепкий пластик. Ну и посмотрим, как они работают. Видите? Уже один включил. И он где-то с 10 сантиметров обнаруживает второй. То есть рядом. Где-то сантиметров с 30 они начинают видеть друг друга. Сейчас попробуем провести тест на монетке. Включаем пин. Берем сначала зеленый и смотрим. Беру крупную монету, 3 копейки Николая II. Три с половиной сантиметра он ее видит. Тест по воздуху. И пусть в земле он будет ее видеть сантиметров с 3. Чем ближе подносим монету, тем больше учащается звук. Боковая линия 3 сантиметра. С этой стороны точно так же. Возьмем 3 копеечки ранних советов. А 3 копейки ранних советов видят чуть более 4 сантиметров. Очень интересно. Ну, медную тоже цепляет 4 сантиметров. Ну, троечку увереннее как-то он засекает. Сбоку 3,5 сантиметра. Возьмем маленькую монетку 10 центов Литвы. Четырех сантиметров не видит. 3,5 не видит. 3. 2,5 сантиметра. А на ребре видит только вплотную. Кстати, интересно, как он засекет медную монету с ребра. Ну, примерно 1,5 сантиметра. Попробуем ранние советы. Практически поднес вплотную. Видите, медь видит получше, ну и монета сама толстая. Ну теперь проверим и протестируем черный пин.
Начнем с 3 копеек медных. Три с половиной сантиметра, даже 3,3. Чем ближе, тем тоже больше пульсирует. На ребре видит где-то сантиметр. Боковая линия 2 сантиметра. Не видит, 2,5 видит. Как-то зеленый мне понравился побольше, пусть 0,5 сантиметра разницы, но это существенно. Ранний совет 3 копейки, видит с 4 сантиметров. Ровно вожу по линии. Смотря как держишь монету, 4 сантиметра видит. На ребре практически вплотную. Сбоку видит, это 2,9. И 9,3. Возьмем маленькую монетку, 2,5 сантиметра. 3 уже не видит, 2,5 видит. На ребре вплотную подношу, тогда только замечает. Боковая линия 2 сантиметров. Два сантиметра не видит, цепляет, но не видит. Чуть меньше 2, тогда замечает. Ну вот, друзья, как видите, китайцы все-таки не все делают одинаково. Зеленый мне понравился больше. На этом, друзья, буду заканчивать свой тест. Как видите, все-таки заказ пина из Китая – это лотерея. Может достаться более мощный, менее мощный. Неизвестно, сколько они проработают по времени. Но цена $15, согласитесь, это очень невысокая цена для данного пина. Поэтому, если его хватит даже на пару месяцев активного использования, я считаю это очень хорошо. Все, друзья, спасибо. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Всех благ вам, вашим близким. Ссылочки на пины будут в описании под видео. До новых встреч!